Очень внимательно врачи вглядываются в монитор УЗИ аппарата, на котором бьется сердечко еще не родившегося младенца. Медики пытаются выяснить, здоров ли малыш, нет ли у него пороков сердца. Это заболевание очень важно выявить, когда ребенок находится еще в утробе матери. Тогда дальнейшее лечение окажется эффективным. Однако диагностировать болезнь на такой ранней стадии удается не всегда. Сложность их диагностики крайне велика, и важность своевременного выявления трудно недооценить, потому что это основная группа пороков, которая приводит к инвалидизации. Соответственно, своевременное их выявление, оно позволяет в большей части минимизировать те последствия, если вдруг у ребенка есть порок сердца. Просто своевременно можем назначить лечение, провести роды несколько по иной схеме. Вот в основном вопросы связаны с выявлением таких сложных для понимания пороков. Врач из Беларуси Алексей Чупанов проводит мастер-класс для казахстанских коллег. Поучиться у высококвалифицированного УЗИста приехали медики из разных областей Казахстана. Для обучения белорусскому специалисту предоставили самый современный УЗИ-аппарат, который только появится на рынке. Это медицинское оборудование, по последнему слову техники, поможет с 95% точностью распознать различные болезни у ребенка еще в утробе матери. Аппарат разрабатывали шымкентские инженеры на заводе «Казмедприборхолдинг». Мы разработали данную линейку УЗИ-аппаратов нескольких конфигураций, то есть от эксперт-класса до самых маленьких переносных для любого потребителя. Значит, здесь полный цикл обследования ультразвуковой от педиатрии и кончая костными структурами. То есть можно обследовать полностью организм человека. Выпуск такого УЗИ-аппарата повысит шансы выявить пороки сердца у детей еще во время беременности. Это поможет им в будущем получить своевременное лечение и избежать инвалидности. Казахстанские врачи надеются, что такое медицинское оборудование появится в скором времени во всех больницах и поликлиниках страны. УЗИ-аппарат эксперт-класса на продажу пока не поступил, но частные государственные клиники уже делают заказы на его приобретение.